Так, тут тоже действуем максимально аккуратно. Я схвачу ее за голову и воткну прямо в мозг этот маленький подарок. Потому что если ты стоишь на посту, на службе... Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. И сегодня мы с вами с помощью ножа и магии будем проходить игру под названием Blade and Sorcery VR. А именно кампанию, которую сюда добавили. И да, мы проходим сюжет. И нам сейчас с вами нужно будет зачистить вот этот аванпост, забрать отсюда все сокровище и выйти живым. Но сделать это будет сложно, потому что враги очень сильны. А у нас хорошей экипировки нет. Поэтому, возможно, имеет смысл действовать аккуратно. Я попытаюсь так поступить. Да, я подойду на корточках к этому чуваку. Можно, в принципе, и так подойти. Их там двое. Мужчина и женщина. Я кого-нибудь из них сейчас аккуратно насажу вот на этот кинжал. Он вообще нужен для чистки яблок. Но я буду обчищать карманы. Дружище... О! Все? Погиб? Давай! Давай, подходи! Сила джедая! А! Вот этого я не ожидал! Воу! Есть! Все? Успокоились? Капец! А я же говорил, чисти уши! Я же говорил, не нужно было запускать. Видишь, у тебя уши загноились, и мне пришлось их прочистить. Ну и друзья, если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, и чтобы роликов по этой игре, ну конечно же, было больше, поставьте, пожалуйста, под это видео лайк. Я буду вам признателен, это помогает продвижению там и все такое. Ладно, она упала, а мы с вами идем дальше. Так, у нее что-то упало. Нож, блин. Ну честно говоря, мне мой ножик нравится даже побольше. Знаете, что мы сделаем? Мы переложим. Попробую пока работать чисто с ножом. Мне кажется, идея просто отличная. Так, заходим в замок и смотрим, есть ли тут что-то полезное. Ну, например, стул я бы мог взять и продать его, нет? Книга. Я буду воровать абсолютно все. Все это можно будет продать торговцу, купить новую экипировку. Так, а есть что-то в кувшине? Иди кувшин сюда. Ну, он не разбивается, слушай. Давай с помощью магии... Опа, да. Это, по-моему, рукоятка от кувшина. Это нам не поможет. Книги тут взять нельзя. Ничего больше полезного нет. Хочу себе, друзья, нормальные доспехи, нормальное оружие. Возможно, я бы даже лук себе взял и бегал бы какое-то время. Ой-ой-ой-ой-ой. Где мой ножик? Я ножик свой забыл. Так, тут тоже действуем максимально аккуратно. Я схвачу ее за голову и воткну прямо в мозг этот маленький подарок. Потому что если ты стоишь на посту, на службе, ты должна быть внимательной. Понимаешь? Враг не дремлет. Опять я его не могу положить. Нож, иди сюда. Что за дверью? Открываем. Аккуратно. Сундук, друзья, в сундуке у нас. А в сундуке у нас деньги. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мы забираем. 10 монет всего лишь, но знаете, с чего-то стоит начинать. Кубок наверняка стоит хороших денег. И мне интересно, ящик можно как-то сломать? Может, в ящике что-то полезное? Ну-ка. Сейчас я его вынесу. Он застрял маленько. Выносим и... Не, у меня силы пока... Об землю бить ящик нет. Поэтому ладно, так и быть. Заберемся на чердак. Деревья проросли, в корзине ничего нет. Опа, меня заметили, друзья. Ладно, придется брать оружие посерьезнее. Давай. Заряжу его маленько. Этот меч не заряжается. Печально. Да куда мой нож девается постоянно? Ладно, я его опять посеял. Мужик.
Оп. Давай. А где твой меч? А где твой меч? Где твой меч? Все. Лежать. Сбегал, друзья, за ножиком. Он реально не всегда кладется на пояс. Пропадает именно тогда, когда он нужен. Хорошо. Что еще интересного у вас тут есть? Тарелку могу ли я забрать с собой и продать? Как думаете? Нет, тарелку взять нельзя. Поэтому просто выбросим ее. А сами будем спускаться в казематы. Тут ничего? Ничего, пустота. Там кто-то есть. Там кто-то есть, тихо. Чувак просто присел, а я... Ой, там двое. Вот так, быстро сработали, смотрите. Когда пронзаешь их ножом, они начинают летать. Так, стрелы. Занято, да? Меч за спины я выкину, стрелы положу. И лук я у тебя, пожалуй, тоже конфискую. Оп. Теперь могу стрелять из лука, отлично. Занято, чем занято тут? Щит, пофиг на щит. Так как я ворюга, я должен действовать скрытно и буду для этого использовать лук. Какая-то... Никого нет. Какая-то запись, но непонятно, тут какие-то цифры. А, ребята, настаивайте на больших объемах. У покупателя есть ваши деньги, так что берите их и не принимайте отказа. Для продажи больших партий проконсультируйтесь с капитаном местной гильдии, чтобы получить индивидуальное предложение. Кристаллические ядра больше не продаются. Короче, здесь список товаров. И в сундуке у нас что? Какая-то статуэтка. Наверняка каких-то денег стоит статуэтка короля. И немножко монет. Хорошо, забрали. Дверь закрыта. Похоже, друзья, нам с вами придется... прыгать в воду. Я бы не особо хотел, а другого пути у нас нет. Я бы не хотел через воду плыть. Страшно, опасно. Я небольшой фанат плавать под водой. Опа. А, это, в принципе, дорога туда же, да, назад. Ладно, выбора нам не оставили, друзья. Нужно прыгать под воду. Проплывем. А вот, наверх можно выбраться. Но я хочу под воду. Вдруг там что-то полезное. Плывем быстрей. Можно подышать воздухом. Слушайте, а тут ничего нет. Да я понял. Всплывай наверх. А нет, есть, смотри. Оп. Надо зацепиться. Зацепиться бы. Оп. Ой, все, вылезли. Да, проплыли. Можно было бы прямо на улицу вылазить. Но цели у нас такой нет. У нас сейчас цель немного другая. Если вы держитесь за уступ, на который хотите перелезть, удерживайте кнопку Jump и двигайтесь вперед. А, понятно, хорошо, но... Погоди. Что за дверью? В другую сторону открывается. Открывайся. Да, тут ничего нет. Это просто место, где содержится какой-то скот. Постоянно боюсь потерять нож. У меня как будто тело немного вывернуто, и поэтому ножик не кладется туда, куда нужно. Уступы можно браться? Отлично. Отлично. Саня, паук. Саня, человек. Без него мы как без рук. Куда мне? Показалось, блин, что там кто-то есть. Саня, паук, но человек. У него есть нож, и он им будет пользоваться целый век. Этим ножом чистили арбузы, а теперь отрезают головы. Смотри-ка, она прямо напрашивается. Ой, я застрял, блин. Ой, вас тут много. Тихо, не влазь в мое тело. Так что с моей стрелой-то? Ладно, пофиг. Сюда. Давай. Давай, подходи. Я псих, я конь. Я ж говорил. Давай, давай. Что такое? Страшно, да? Правильно боишься. Я тебе говорил. Стоять. Стой. Лук. Стоять. Я просил дать прицелиться. Все. Доверять ей, друзья, нельзя. Я повел себя сейчас, конечно, как псих. Стрелу отдай.
назад ее. Я повел себя сейчас как псих, но у меня не осталось выбора. Это была такая своеобразная психологическая атака. Так, а сколько у меня здоровья? Полное. Огрызок можно выложить. Так, а кружку можно взять? Оп, мы это тоже продадим. Так, ну давайте теперь спускаться вниз. Блин, ну... Оп! Все, тормози. Так, что у тебя тут есть? Наковальня, кузница, береста какая-то, крюк. Слушай, на этот крюк можно, наверное, тебя повесить, да? Давай. Знаешь, для чего мы это сделаем? Вставай. Все будут думать, что ты стоишь у камина, а ты на самом деле висишь на крюке. Могу ли я вообще это сделать? Крюк. Не получается. Не могу одной рукой поднять, тяжелая. Ладно, тебе повезло. А если бы крюк не крутился, я бы смог ее на него посадить. А она, видите, не хочет зависать. Ну и ладно. О, слушай, а если мы сделаем так? Попробуем меч поточить. И как этим точить меч? Если бы оно было на земле, я бы крутил колесо и... Да, меч ты так не заточишь. Хотя то, что у меня есть, мечом назвать сложно. Гораздо лучше я ощущаю кинжал. Интересно, если я воткну тебе нож прямо в почку? Я застрял опять. Ай! Оп! А ты первая начала. Я застреваю в ступеньках. Давай. Давай. Оп! Выронил, да? Выронил! Выронил! Гуляй! Ты что, мне за лицо меня трогаешь? А ты куда делась, мадемуазель? Давай! Давай! Я знаю кунг-фу! Стиль психа! Давай! О! Опа! Повредила меня все-таки. Думал, отобью ножом ее атаку, но... Не удалось. Я вообще не знал, что у нас здесь есть. Так, если вы хотите, чтобы вам лицо воткнули рыцарский клинок Эридана, я настоятельно рекомендую не пытаться составить карту местности при свете дня, так как горы кишат солдатами. Но мы нашли способ получше. Разведчики Эриден гораздо эффективнее составляют карту местности, чем мы. Если представится возможность, постарайтесь украсть их карты. Зачем работать больше, если можно работать умнее? Звучит логично. Что у вас тут есть? Слиток то ли железа, то ли серебра. В любом случае, чего-то это достоит, поэтому забираем. Горшок. Буду в нем кашу варить. Ничего не стоит. И забрать его нельзя. Ворота открыты? Нет, ворота не открываются. Ух ты! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Кирка, друзья. Как думаете, мне использовать кирку для сражений? Она довольно длинная. Мне кажется, если ее воткнуть... Да, это мощное оружие. Побегаю с киркой, тут закрыто. Но для того, чтобы ей махать, нужно много пространства. Спускаемся вниз. Кто-то есть? Слышу звуки. Кто-то стопудово тут есть. Но я кирку буду использовать. Это теперь и Майнкрафт VR. Там вода? Майнкрафт VR! Майнкрафт! Майнкрафт! Ты не любишь Майнкрафт? Майнкрафт! VR! Так. Я совсем с ума сошел, да? Ну это Майнкрафт. Кстати, я могу киркой вполне себе одной рукой работать и... Ну, вонзить ее, конечно, будет сложно, но, тем не менее, нормально. Так, ну мы выходим к воде. Вы можете спуститься по тросу с помощью колеса для троса или любого предмета, который можно протиснуть, который может проскользнуть по тросу. Вопрос. Могу ли я использовать кирку? Да. Слушай, у меня рука прошла сквозь этот.
Тоже проблемки есть определенные. Поехали. Ну, уже получше, чем в прошлый раз. В прошлый раз мне потребовалось гораздо... Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, это апгрейд. Маленький нож, конечно, крутой. Я даже не знаю, какой мне взять. Мне оба ножа нравятся. Этот длиннее, этим будет лучше удары отбивать. Маленький я не могу с собой взять. Тихо. Да. Ножик дай мне. Его положить я не могу. Придется брать с собой более длинный нож. Да. Ёшки-матрёшки, выпадай уже давай. Ну, прости, маленький ножик, ты мне был другом. Но надо двигаться вперед. Вперед. А, прекрасно. Вылез, так, иди сюда, устройство мое. Почему оно не всегда цепляется за канат? То есть у меня просто бывают руки проходят сквозь вместе с приспособлением. И я падаю в воду, это ну неприятно. Так, что у нас тут, кружка? Чего-то стоит? Чего-то стоит кружка, стопудово. Ничего не стоит. Ладушки. Идем дальше в тоннель. Небольшой я фанат ползать по всяким там тоннелям. По всяким пещерам. Но, нет, мне старый нож нравился больше. Он такой маленький, элегантный. Раз-раз-раз, чик-чик-чик. А этот такой уже ощущается как что-то очень грубое и не очень надежное. Не знаю почему. Такие чувства смешанные вызывает этот нож. Что у нас тут? Вообще какие-то лютые катакомбы. Возьму-ка я лук. Побегаю пока с луком. Ха, смотрите. Дверь закрыта. Нет рукоятки, значит открыть я ее не смогу. Буду со стрелой ходить сразу. А ее достать нельзя? Нет. Назад. Лук назад. Так, черепушка. Черепушку можно продать. Да. Что у нас в сундуке? Ух ты! Камень. И для прокачки. Деньги. 200 монет. Слиток. И фигурка. Цена 8 монет. Череп стоит 0. Масса килограмм. Зачем мне тогда он нужен? Кружка. 0 стоит. А зачем я их вообще брал с собой? Я думал, любой предмет, который можно положить в инвентарь, стоит каких-то денег. А оказалось... Я не прав. Но первый аванпост мы прошли довольно успешно. Вот она, наша лодка. Можно выбираться. И никакой охраны не будет, да, здесь возле лодки? То есть мы спокойно покидаем эту местность. Ну, знаете, довольно аккуратно все-таки было сработано. Да, не идеально. Никто не говорит, что было идеально. Но довольно аккуратно. Ошибок было по минимуму. Я старался допускать. Пару раз застрял, но это мелочи. Вы собираетесь вернуться домой. Идите назад, если хотите остаться. Нет, я не хочу остаться, я здесь все проверил. Вперед! Сейчас поедем к торговцу. Он нам даст новое задание. И, возможно, мы прикупим у него новую экипировку. Так, аванпост зачищен. Погнали к торговцу. Что у меня с рукой? Второй аванпост доступен. Этот сложность уже повыше. Давай к торговцу сперва. Он же говорил, что будет оставлять на карте новые аванпосты каждый раз. Но как бы... Хранилище мое. Два меча есть, но это так. Щиты, кинжалы. Имперский кинжал. Ну, у меня вот такой есть. А, может быть сюда просто оружие брать нельзя? Потому что он как будто не сохранился. Спавн. Странно, а куда и лук пропал, и это... Оно на базе должно было остаться. Мне говорили, что если я что-то не беру, то оно остается на базе. Или нужно было как-то в хранилище положить? Но у меня вообще все оружие забрали. Ладно, странно. Но мой незаменимый кинжал все еще с нами. Так что, ерунда. Ну что, господин торговец, где ты есть? Смотри, что я тебе притащил. О, всякий хлам. Про, давай, покупай. На. Книга, на, купи.
Все, больше ничего нет. Сумма 70 монет. Продать. Thanks. Книгу на, почитаешь. Это тебе бонусом. Так, ну показывай, что у тебя тут есть. Ух ты. Молот деревянный, неплохо. Меч 331, отличный двуручный меч. Ножик стоит 50, серьезно? У нас такой есть. Вот, офигенный двуручный меч за сотку. Но мне кажется, он не очень острый. Ботинки? А это не обычные ботинки, у них какой-то первый уровень. Броня 330, броню бы взять. Сапожки. У меня сколько всего? 274, мало. Луки, щиты. Вот неплохая вещь. Неплохая, 75. Мне нравится ножик. 187 стоит имперский. Неплохо. Я возьму вот этот меч. Мне кажется, вещь крутая. Одной рукой можно орудовать. Он довольно длинный. Получится издалека наносить удары по врагу. Рубить, резать, кромсать. Мне нравится этот меч. Да, он ржавый, но он недорогой. А сами будем копить на доспехи потихоньку. Купить. Нравится меч. Испытал бы я его на тебе. Так, ну тут здорово. Хилки брать я не буду. Что у нас тут тоже? Сапоги. Обмотки всякие. Наколенники. Много-много всего. Все это хочется одеть, но все это стоит больших денег. Это нужно проходить миссии, выполнять их, и тогда я буду развиваться. Пока такой возможности нет. Поехали на базу, друзья. Посмотрим, сохранился ли наш лук и наш новый улучшенный кинжал. Дома кто-то топит печку. Уют, тепло. Нас кто-то ждет. Миссия была выполнена на отлично. Открываем двери. Кто тут живет? Кто тут есть? Никого тут нет. Море, хими нет. Карта путешествий, дом, руины, башня. Где мое хранилище? Оно не сохранилось. Реквизит, книга, яблоко. Почему? Я не понял. Ладно, друзья, на этом мы с вами пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья.